Привет всем, меня зовут Альтер, и мы продолжаем слушать музыку. На этот раз у нас AMD, алматинский джаз, вторая часть. Первая мне не очень зашла, всего три трека. Это вторая часть, здесь всего 9 треков, фактически 1,5 миллиона прослушиваний. Давайте заценим. Первый трек «Рождены». Я надеюсь, здесь будет больше джаза, соула, блюза и так далее. Но начало многообещающее. Ну, голосок у него, конечно, сладкий. И вот он напоминает каких-то российских певцов с эстрады. Так и не знаю пока кого. Ну, типа Варум, что-то такого, наверное. Того времени. Неплохо. Прикол. Такое фанковое звучание, гитар классная. Короче, классный трек, такой позитивный. Пока не буду добавлять, посмотрим, что дальше. Может, вообще весь альбом добавлю. Неплохо, неплохо. Город любви. Я обожаю эту гитару. Тут, кстати, нет совместок. И, кстати, написано не поп уже, а R&B. И, походу, все-таки этот альбом получше будет. Такое чувство, будто вокал где-то сел чуть ниже музыки. Эффект такой. Соло. Балдежно, балдежно. Ох! Good, good, good. Классно, классно. Второй трек уже нравится. Давай в том же духе прям вообще потеряться. Вот уже и на прошлом альбоме, короче, мне какие-то песни напоминали именно каких-то исполнителей, да? И вот это тоже что-то прям знакомое. Ну, это просто напоминает, как бы, я не говорю то, что он сплагиатель. Так-то прикольно. Коротенькая песенка. И неплохо. Сердце на осколки. Я надеюсь, тут не будет поп-звучания такого же, как на первом. Раньше вот сливки делали подобную музыку и прочие поп-исполнители. По текстам все, в принципе, понятно. Любовь, морковь, все дела. Слушая такую музыку, хочется просто балдеть, лежать где-нибудь, отдыхать или танцевать. Хочется набивать ритм. Ничего не могу с собой поделать, прям руки хотят набивать. Не сберегу. Красивая акустика. Ну, парнишка молодец, конечно. Два альбома записал. Такие красивые песни. Я не знаю, кто работал над музыкой, но звучит очень красиво. Интересно. Интересно, как он выступает? С группой? И сколько человек, если группа? Хорошо, хорошо. Север. Так. What the fuck? Что-то танцевальное, походу, да?
Все, типа вторая часть будет танцевальной. Ну, в принципе, интересно как-то по музыке. Что-то добавляется постепенно. Ну, в общем, это менее понравившаяся песня. Из-за ритма. Ну и понятно, что от него, конечно, не стоит ждать именно джаза, вспоминая прошлый альбом. Это не прям джаз. Тут вообще смешение стилей. Но для меня загадка, почему алматинский джаз. Ночь каждой пятницы диско-версия. Ну, сейчас у нас опять будут танцы. Такое в натуре не мое. Жаль. Классная песня. Добавлю себе. Весь альбом добавлять не буду. Добавлю «Жаль», «Рождены», «Город любви». Это которые больше всего понравились. Ну что ж, в принципе, этот альбом для меня получше, чем первый. С него я больше кайфанул. Он как-то поинтереснее звучит. Покрасивее. Но здесь я также добавил всего лишь 3 песни. В любом случае, MD красавчик вообще. Молодец, такой молодой и зафигачил такой хороший альбом. Ну а на этом не все. Тут еще есть у нас песня «Поцелуй», она вроде недавно вышла. И я еще хочу послушать с ЛСП, тут какая-то песня есть, не знаю. «Поцелуй». Оу, щит, она танцевальная, да? Все-таки он хочет вот в этом направлении идти. Забавно, забавно. Но нет, давайте послушаем с ЛСП и закончим. Весновка Ушача. Это, в общем, весновка, эта песня, в принципе, MD. А ЛСП слегка ее изменил, да? Прикольно. Вот эта мелодия напоминает какого-то артиста, ну я говорил же, и прям очень кого-то она мне напоминает, но не могу вспомнить кого. А может, я просто слышал эту песню уже? Вроде никто у меня не слушал. Ну что ж, на этом все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик, подписывайтесь на канал. Ну, сами разберетесь, как там по порядку. Все, всем пока. Check it out.